Здравствуйте! Здравствуйте, мои хорошие! Ну что, немножечко дождичок прошел. Сейчас час дня, солнце выходит, видите? И сейчас я буду опять ехать в город. Ну а что делать? Как говорится, еще и Юля Кисель, пришло сообщение, что пришла посылка из Новой почты. Мы с ней договаривались, что она мне вышлет рассаду вот этих вот, ну, вот этих, знаете, как они называются? Ну, цветы вот такие, как лилии, как... Ой, я забыла, который там у меня был, но пропал. Рябчик. И оно в другую совсем сторону, ну, не знаю. Ну, короче, сейчас еще поеду наш за квартиру заплатить, в конце концов. И, может, где-то все-таки я возьму уже как-то, может, с пересадкой билеты. Ну, не знаю. Ну, короче говоря, немножко как-то голова не в ту степь работает. Ну, ничего. Мы, знаете, головой пробьем любую стену. Так что я еду в город. Я опять на ступеньках Кременчугского вокзала. Киселева здесь, я вам рассказывала, чемпиона встречали. Эти ступеньки еще с детства. Вообще вокзал у нас красивый. Так все поремонтировали. Смотри, какое люстра красивое вообще. Сейчас мы узнаем, где нам спросить. О, Давидковое бюро. Там очередь. Сейчас мы в Давидковом бюро спросим информацию. Дорогие мои, значит, наши вокзалы, вот эти, которые есть, они не обслуживают. Это считается международные рейсы. И это только Полтава, Киев, ну, такие крупные города. А в Кременчуге это только по Украине. То есть вы билет онлайн взять не можете, вы билет в себя дома купить не можете, только едете в Киев там или куда там, или во Львов, и берете билет. Вот, то есть я должна ехать на БУМ, а там что оно будет... Бог его знает, понимаете, вот такая система. Так, что же мне сделать? Мне, наверное, надо взять и купить билет до Киева. Не знаю, даже вот во мне двое борются. Наверное, надо взять билет до Киева. Так я сделаю. Сейчас я вернусь и куплю билет до Киева, а там будет видно. Все, я взяла билет. Такая девушка. Ну, она, видно, меня узнала, улыбается. Прямо все рассказала. Все, когда отправляется, когда заправляется. И я купила билет до Киева. Она говорит, там купейный или сидячий. Я говорю, нет, давайте мне сидячий, потому что я купейный не люблю. Там много детей оце маленьких, и они там так начнут плакать. Что там спать? Там спать нема, де ще на вокзале одіспися. Все, значит, на Киев. Все, как говорится, начало пути сделано. Киевский билет у меня есть. А там уже все. Что, я пешком дойду, я такая боевая. Так, я ж приехала с Ларисой и Сережей, но они пошли... Сережа очки раздавил, так они пошли на сам лорнет есть, он на углу, в оптику пошли. Видите, ну это лучше, чем ехать через эту знаменку. Тут я сяду, можно было и обратно билет взять, но я ж не знаю, как мы там будем ехать, что к чему. Ой, як оце тепер... Та ну що, на бум пойду, возьму страховку. Так, ладно, все, полдела сделано. Теперь буду ждать ребят стоять или что? Или сходить в нахуй? Да нет, не успею я сходить в кассу. У нас тут раньше было генделиків на вокзале, целая куча. Знаете, что такое генделики? Это такие буфеты, вот такие киоски, как вот там возле туалета стоит. Вот это все было занято в этих генделиках. Здесь. А потом молодцы распорядились и все это убрали. И правильно, есть, он, если хотите купить, он там есть магазин большой, супермаркет, напротив вот маркетоп. А вот тут вот такие регаловки были. А сейчас, смотрите, какой хороший парк сделали. Просто супер. Поменяли все. Тут вот это фонтан был прямо там, где палец мой, смотрите, рыба стояла. Ну, его очень давно уже нету. И когда мы дивували, вот уж там стоим с кавалерами, а автобус домой ехал, вот там на углу, вот там. Так мы там дивували. Этого всего не было, это сделали. Ну, тоже, видите, забор поставили, и ликвин спадки трошки. Посмотрите, видите? Бай-бай. А вообще вокзал старый у нас, но вот его отреставрировали, сделали красивый вокзал, только мало очень ездит тут маршрутов с этого вокзала. Ну что сделать? Видите, какая красотень. Это противень квадратный, это здоровый типа сатирика. Она 450 рублей стоит, но она уже тонкостенная.
Вроді береш, вроді важке, але воно... Так, да, да, таке воно. Воно накрашене, ну, щоб сказати, що воно там щось хороше. Сережа собі заказав очки суперовські. А коли вам за очками йти, Лар? Вони подзвонять, якщо встигнуть, можуть і сьогодні до 6, і завтра з 9 до 6. Все, Серега себе заказал. А сейчас мы едем в эпицентр. Там надо Сереге купить суперкраску. Он же у нас уже нанимается, окна ремонтирует. Скоро у меня будет ремонтировать, Сереж, ты дорогой. Я вчера подивилася, які в тебе ставни, то что дорогой. Красивые, да? Да, ты что, у меня ставни. Это тебе проще их снять. Нові сделать. Нові. Да. Я заеду до Сережи, надо будет спросить, сколько будут ставни нові стоить. Конечно. Вот не хочется пластик. Бабушка в этом отношении не права, что пластик хоть это говно. А это... Боже, смотрите, как немецкий дом. Вот этот, видите? Смотрите, кафель. Весь кафель опал, смотрите. Ай-яй-яй. А раньше был який красивый. Красивый, да? А какие там квартиры классные. Что называется немецкий? Раньше ж газопровод, дружба, вели немцы. И очень много немцев жило в Кременчуге. Ну, работники. И строили. Да, и они строили, жили для себя, потом же оно нашим людям досталось. И называется он так, и так и есть, немецкий дом. Это улица Киевская. И тележку, Сережка. Двух дам повезешь на тележке. Скажи, мне не надо, тут два полна. Ты дивися, как впаде. Вези мене, Сережа. Давай, поехали. На колясках перевертать. Коляски, давай, вези мене, давай. Давай, вези. Поехали, не бойся. Ну да. О, це хороша тележка, сюди ми поставимо краску. Це хороша, давай таку брати. Так куди, нам на три банки краски, ми будемо тачку тягти. А ну ладно, с тобой не интересно, даже не покатала. Давай я тебя покатаю. Да не, не хочу. Чего? Ты вот это 100 килограмм красоты, нехай чмахнется. А я бы поехала на тележке покаталась. Ой. Не, я в ту машинку, если влезу, то тогда меня будут разрезать автогеном. Велосипедки, смотрите, какие. Велосипед присматриваете. Ух ты, 2000, смотри, какой-то орленок или что-то такое, вот такой детский. 5000. Ну, смотри, велик такой, как у нас, 5700. Чепуха, да? Да, совсем чепуха. Раньше стоило, господи, 100 рублей. А вот детский 2000. Обалдеть. Ой. А вот можно заскочеваться, смотрите. Видите, как хорошо пленочкой. А вот сюда, если ты... Да нет, там я не влезу, я тебе хорошо предлагала, ты не захотела. Ой, двери, дивите, какие, видите? Угу. Ну, такое, наверное, что, если кулаком шахнуть, так, то... Так, уже вмять, да. Не помню. Ой, красивая трава, смотрите какая. Ого, ого. Для кухни 1596. Ну, хотя я платила за свои 3000. Вот на ту кухню можно таки купить. Дуже. Ой, какая красота, посмотрите. Ой, какая красота. Мы тогда то пожалели за 2000. Там был два диванчика, вот два кресла, диванчик был и стол, и был овальный. За 2000 нормально. 1900. Так, вот, знаешь, он пластик 2900, смотри. А сколько стекло это стоит, интересно? О, смотрите еще. Смотри, какие хорошие, смотри. Чайник. А ты почему я Серега забрал от батька? 1300, смотри. И стол же сюда идет, да? Да. Очень хороший, 900. Он уже останний, пішли. Значит, что-то там у нем останний. Ну вот, видите, опять-таки тут этот. А неплохая цена, да? Сколько он стоит? 1400? 1400. Отлично, отлично. Вот видите, продает. Ну, будет разыгрываться. Яблоко, чи что продают? Дивіться. Нифига себе, уже яблоко продают тут. Ну, цветы тут, конечно, красавичные. Вентиляторы. Надо, знаешь, что купить? Кропу надо купить. Посадити вже по второму, то дійде, а то й буде рози. Чемодани 600 рублей, дивіться, який чемоданчик, 1500, от большой. А тут що, такого нема? Ну давай посмотрим, Лар. Що, отой столик прямо один, да? 1600, неплохой стол. А от 1500, смотри, не хуже, 1590. Там тканева, а тут искусственная рота. Тут красивее, вона тут бере прямо. Вот, 8 тысяч, смотрите, какая лавочка. Ой, какая. Тут можно спать. Седай, Лариса. Видите, какая тут качелька. Лара, ну сядь, не перекосится. Не перекосится. Не перекосится.
Вони на сумку підійшли, ми там очки, тьотю. Серега, і ти можеш сісти. Опа. Дивіться. Ой, да. Сережка, сідай. Між цвітом. Красота. Так дві красиві жінки ж. Вон дивися, що для собак продається, ти бачиш? А, хрюшка. А плаття вон диви яке. А де я не бачу плаття. Коротше, приїхали, в магазині покаталися, поспали. Хороша. Як заснули. Я затошнила. Хороша качелька, звісно. Так, пішли далі. Там... Смотрите, яка штучка вот для собачок, щоб вони... Ой, боже, ще й сісечки. Кого? Колясочка. А це, наверное, ребенок. Ох, и свинья красивая, вы видите? Ну, тут не только свинья. Сейчас, подожди. Свинья. А вот, смотрите. А, я думаю, что это глянь, джинсовый костюм. Шорт. Ой, глянь, ё-моё. А он юбка, ладно. Платье, юбка. Замазить ты можно. А он, смотри, для этих, тигровые. Тигровая, да. Для соблазнения кобелька. Зумазі. Куртка. Це куртка. А ось, де бачиш, воно зроблене, як оце, що це воно ззаду. Ой, Боже. Плаття? Розчосочки. Хто кукол подіває, хто собачку. Да, це точно. Рішоток куча. Для холодильника вот штучки. Для пікніка. А вот, смотри, який стол тисяч. Це один стол или... А, стол дорого. Я думала, це набор. Не стол. 1900, ой, як в півбарі, вот смотри, да? Ага. Ну, таких два купити, 4 стула. Там хвати возле порога, да. Ну, 13 тисяч красиво, ну, дорого. Мені тут нравиться, глянь, там лапка. Да, 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 3500. Да, нормально. Не, ну, ну, хвати. Если делать, буде дороже лапка. Що непонятно, там же 6 стул. Ну, да, прикольненько таке. А що це таке за фігня, от, за спіралі? Вот, смотрите, як треба віддихати, ребят. Видите? Сережа. Едешь на природу, покупай. Вот Лариса поедет, когда ты купишь этот набор. И вот, бачишь, специальные наборы. Ой, ты вы. Смотри, разбираешься, стаканчик должен разбираться. А ведь пластиковый? Да, пластиковый. А-а-а. И вот должна ножка откручиваться. А-а-а. И что ты, если в траве, ты, то у тебя ножка должна всовывать в траву. Смотрите, видите? Термос-холодильник, не надо тебе? Мне ножка хорошего качества. А смотрите, вот какая качелька. И уже накрываетесь вот так вот, вот этом, этим полотном. И бай-бай там, вас комары не кусают. 6500, подешевело на 1000 почти. О, смотри, какой столик только стоит, 2400. Это наше. Тут как будет, а это тоже стил тикий, бачите? Ой, а тут, знаете, замотали, чтобы никто не... Алла, война. Двойной, да? О, а сколько стоит двойной стоит? Это можно спать в этом коконе. А может это уже кто-то купил, Лар? Вон, дивися, дивися. Наверное, куплене воно уже це, поэтому его не раз это. Ні. Я тут двойной. А це таке, як ти купила кресло, Лар, дивись, да, тільки з цим. Ні, це таке... не розкладається в розкладушку, це отак от розкладається, отак от тільки кілька позицій, що ти на пузі ляжеш. Ага. На розкладушку, що ти не ляжеш. Тоже смотрите, как закрывается. Тут кровать, дивіться. Сколько на стол? Ого, 14 тысяч, ё-моё. Ну, красота, ложись и спишь ночью. Ух ты, смотри, Лара, матрас. Да. И вон уж биться. Это ж... А ну ляж, Сережка. Ой, какая... Та сова, то совою. Тут какая кровать хорошая. А ну, Лара, удобно, сядь на неї. Красота, оце постави віспи там. Вона зафіксирована, щоб не болталося. Ні, класно, удобно. Потом в хату заніс, у хаті спиш, правда? Так. Да. Сережка, комнату, одну комнату зробив. А ти бачив мебель м'яка, такий уголок? 3-4 тисячі я вчора обратила внимание. Так що це нормально. І спатимеш, як младенець. 10 тисяч, от, пожалуйста. Бачиш, наверное, теж десь одложено. Мені така мебель потана. Ну, але щоб вона не вигорала, звісно. Так, а це що, сачка? А, це для басейна. О, а от смотри, як зроблено, Лар. А це ж бачиш, якщо тобі немає гамак. Гамака причепити, оце розпорка. А, це така розпорка. Ні, це гамак 364. Да. Да. А розпорка 2000. Сереж, та що ти таке не можеш зварити легко? Вона щось так болтається. 1899. Бачиш, як воно зроблено. Ага, от він, цей красавець. Видите? Сколько він зараз стоїть? Сейчас мы посмотрим. Так двойное то. Замотал, не, ничего не дешевеет. 5290 как стоило, так и стоит.
На хорошее ничего цена не падает. Ой, какой, смотри, какой лошадка. Конек. Купила мама конека, а конек без воды. Без ноги. Така прекрасна іграшка. Ці лодки можна купити. Все, для басейни. Он, дивіться, дивіться, от круглий. От, от круглий неплохой басейн, я вам скажу. Ну, він маловатенький. За 6900. Алла, тебе робот на косилку не треба. Буде поставити. От це, да? Да, робот. Робот? А вона щось там робить, смотри, що ти забиваєш, що там робить? Ну, вона ж, мабуть, ті гвоздики забиває для того капельного поліва чи що. Или искусственную траву. А може вона робить, щоб він там їздив? Та на що мені тут робот? У мене робот вдома лежить там. А ну, почому тут, інтересно, мені така треба маленька новенька дрелька купити домой. Перед... Маленької дрельки нема в нас. Ти ж у нас горівша немає. Болгарка там та страшна, і то вже не робить вона. Перед Саніним приїздом куплю все, що було нове. Ні, це не тут, Сереж. А що ти хочеш? Та то я хотіла посмотреть болгарки, от ці маленькі. Так вони дальше. Дальше, да? Та то дорого, за 1500 можна купити, Сереж. Та ти що будеш, ліс рубити, чи що? Хватить. Тоже велосипеди. А где же? Может, там мы прошли. Может, там. А где болгарки, ребят? Спасибо большое. Пошли. А это не, это не болгарка, это... А, болгарка это, да? Да, и шуруповерты, наверное. Ну, шуруповерт мне не надо. А это болгарка. И шлифу. Неплохая, такую маленькую. А ну, идем там раз. Спасибо большое. Угу. Вот. Видите, какие тут культурные мужчиночки подсказывают. Бабы идут. Куда идти? Что идти? Что робить? Не знаю. Но это бошевское, это очень дорогое. А ты хочешь вообще, чтобы бескоштовно? Не-не, бескоштовно я не хочу. Я хочу, чтобы оно было... Я тебе скажу, что есть не хуже работают. Вот все вот они тут, видишь. Это... Так, кутова шлифовальная машинка. Болгарка. 1300, а ось вообще 400, а, то 1498, чи сколько? Да, да, 1000, да? Да. Ну, 900, диви, яка манесенька, ага. Бачиш ось. Ну, між прочим, непоганенька. 1050, ну, короче, за 1000. Вот 4000 вообще нафиг. 700. А вот 1442. И болгар, это, и еще мне нужна дрелька. Це перфоратори, ні. Хіба це дрель? Дрель, да? Це дрельки, це шуруповерти. Бошовська, звісно, дуже дорога. От 898 непогано, оце 865 непогано. Дрель, а це ударна. Ну це треба з мужиками, бо я не дуже в цьому розумію, ну це ще. Так, а де наш, а що це забалило? А, це оце що, перфоратор, що, рубіть. Рубіть эту. И бетон, и что ты хочешь поднимать. Наш муж, пацан, сзади. Где? Иди? Сзади нас пацан. Иди. Так, пацан. Пацан, это наш пацан. Это Серега. Ось ведра, дивиться, какие здоровые. А ось эти, что выравнивать уровень. А это лестницы, наверное, складные. Ага, лестницы. Лестница, да? Сходы не в горище, да? А, нет, это в смысле в дом. В дом на второй, ага. Этаж, на чердачный. Дивіться, скільки пластика. Дивіться, эти, вот, смотрите, москитная сетка, пожалуйста, можете сами сделать. Крепление, все, покупай. А ну, почем бетономешалки? 5000 большая. Да, ну, это такое, знаешь, купив и будет стоять. Мы же не все время строим. 5000, видите? На колесиках удобно. Ой, смотри, какая красивая лепнина, Лар. Ага. 372 гривня стоит, класс, да? Вот тут на стенку возле кухни прицепить наружно, да? Очень красиво. Ты поняла, куда? Да, я поняла. Очень классно. Вот тут мы вот сидим за твоим столом, а да. Мне все это, ой, красиво было бы вообще. Или построить, знаешь, такой как мангал. И это, да, симпатично. Обложить, да, красиво. Две штуки купить. Одну с одной. Нас можно вокруг векна одну. Да, 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 красиво, очень красиво. У меня остыло, мне нравится. Хочу тут так жарко. А где наш пацан застрял? Там на улице продается всякая фигамань. Так, вот тут у нас шпаклевки, грунтовки. А вы же тут купляли уже, да? Да. Кисточки. Вы видите, какой ассортимент? Обалдеть.
О, 15% скидка. А то, на, то на ту, что 406 стоит. Нет, тут 69 рублей. Шпаклёк, окраски жди ваши. Окраска мы на другому, сейчас я подивлюсь. Це дуб, а мы последний раз брали сосну. 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 Как в анекдоте. Сосну. Музыка, горлопаша. Вот видите, вот эта фирма, вот это вот, вот как она называется, эмаль композит. По дереву, да? Вот это. Она очень хорошо, они красят деревянные, это сейчас реставрирует Сережа окна. Получается вообще балдеж. Я помните, вам показывала? Она такая густая. Ну да, банка стоит, смотрите, цена. $10. Но она классная, она так ложится вообще, она стоит тех денег, дорогие мои. А вот тоже тут, смотри, эмали есть какие-то, видишь? По дереву-то. А что дешевле? Нет, чего они так уберут, не знаю. И вот, смотри, эмаль есть. Это нужно... А, акриловая. Акриловая, это получается, как вот ногти вот делают. Знаете, она такая, ну, как действительно, как пластик получается. Поэтому акриловая, вот видите. Боже мой, ребята, вот это, этот магазин до 30 лет назад, а 35, ничего бы не было. Денег было мешками, а ничего не было. Теперь все есть. Смотрите, можете вот так вот подкрашивать, закрашивать. Вот. Ух ты, а смотри, вот. Универсально темно-червона. Це мне тут можно купить машину подкрасить. Металлик. Всякие мочалочки, минус 30. Скидок очень много. Сережу потеряли. Сережку нашли своего, а то мы в магазине потеряли ее. А он наверху коробочки открытый. Подивите, он же по цен написано, ребят. Ясен, может, орех. Мне кажется, ты вот этот красный брал, Сережа. Видишь, наверху? Не-не-не. Ясен брал. Ой, где ясен. Ой, она светлейшая. Смарека ясен. Ребята, щетки выбирает. А ну, покажи. Ну, да. Вона оце не годиться. Я б купила оту школьну, саме така широка чайника пензу. Ну все. Вот такі, типу. Да, да, да. Що я одна. Ти ж тут будеш красити обично, тебе оці грані. Але глянь, який набор кісточок, і глянь, 183 рубля фігеть можна. Це дорого, чи ні? Три кісточки, звісно. Дорого, да? Звісно. А ось як у нас було. Ось глянь, синтетика була. Штук, штук. Так. Пошли, 100 щеток купляете. На три вікна. На три вікна, точно. Вот всевозможные, видите, тут всякие вот такие штучки, ручки. Ребят, смотрите, какие двери, 10 тысяч. Красота, да? Смотрите. Ну, это в частный дом, в такой дом. Ой, какая прелесть. Это вообще красотища. Ну, там... Ну, тут такие более... Тоже здесь. А вот двухстворчатые. Когда мы делали двери, нигде не могли найти. Поставили железные в дом. Вот они двухстворчатые уже. Видите, какая красота? То есть это такие дорогие, красивые двери. Ну, если подешевле. Ну, вот 4 тысячи. Ну, видите, они более плотные. А тут такие... Тут такие, что этим можно открыть. Вот они, смотри, видишь? Кто там? Заходите. Видите, какие они? Ну, вот мне в сарае они шикарно. Ну, я же думаю, это без замка. Да, вот так они, наверное, продаются. Эти. Лудка. Ну, и нормально. Но это нужно, чтобы кто-то поставил. Надо купить 1500, и Руслан поставит, выломать. Я так и сделаю, потому что те двери в сарае обошлись 3000. А эти... Вы знаете, куда я хочу? Я в летнюю кухню хочу. А вот, смотрите, даже вот арочный блок вот продается уже готовый. Видите? Вот смотри, как хорошо. Арка. Купил, поставил. Смотри, красота. Так, и вот мне. Ой, 1700, смотрите, стоит. И мойка, правда. Ой, мойка дорогая. 948. Кухня Ларамини. Это мойка. Ну, такое. Шкафчики. Мені на ту стінку маловато воно. А ну йдемте посмотрим ще. Ой, як красивенько, смотри, 2460. Неплохо, да? От коли нужно, так от 3495. Стол розкладається, смотрите, коли я на кухні искала, не могла знайти. Сейчас є. От так завжди, коли треба, нету.
А когда уже ты купил, то уже есть. Вот, смотрите. Стил рассувный. 4, ну дорого, конечно. 4. Мне вот это нравится. Ну, куда его? Так, знаете, тоже поставить где-то кушать кругленький. Смотри, 2-4. Это со, да, и со стильцами. Красота. Стильцы такие гарные, видите. Гарный, правда? Такой наборчик вообще супер. Вот и старцы все убрать, но мы же там все не сядем. А так красиво, если посидеть, то очень красиво. Так, я потеряла уже своих. Вот 594, видите, этажерка такая. Вот мне две купить туда мало, 3 надо, 1500. Ну, на ту стенку, вы поняли, куда, да? Надо Сережа спросить, сколько он скажет. Три тысячи столобедней, 4200. О, какая прихожка. 3267. О, уже такая вот вешалка, как мы покупали за 200 с чем-то, уже 318. Боже, все, все. Вот 2340, дивите, как уже непогано, да? 2060, вот шкафчики. То есть 3,7. Полно всего. Вот 387. Вот 2700. Черное с белым. Неплохо, неплохо. Шины, видите, вот резина. 175. Росава. 700 рублей, ё-моё. Щеточки всякие, обойки всякие. Тут какие хочешь. Скидки на обои. Только осталось сам делать, кто где принесет. Кто, и кто поклеив, да-да-да. А там тебе как зачепился, то да. А ты что, о чем ты говоришь? Ну, видите, Маша, вот здесь покупают воздух, освежают в квартире, бо нема чем дыхать, видно, да. Алла, я в свое время бачила вентилятор, вот такая стойка, угу, с воздухоувлажнителем. Не хватило тебе купить, бо оно так динамично. Знаете, и оно так, хорошо, конечно. Так, я після того ни разу не бачила. Дивіться, це газонне смотри. Та це я просто сюди повернула мені. Тут так ярко, дивіться, які лампи красиві всякі. Горять. Що? Ось його красиво. Давай таку тут до нас теж обставити. Ага, да-да. Сколько стоїть він, інтересно? 15-те, ну посмотри. 15-й номер. Так, вот, 15, 1050, 1015, вот это, вот 15. И нам надо штук 4, правда? Ну, даже больше, даже больше. То лучше купить на лоба фонарик нам дойти. Нам надо вывести Сережу и сказать, чтобы он на угол нашего дома вывез. Да, лампочку, свет. Да, да, надо вот сказать. Вот я через забор залез. Ну, он же бачит, ему все равно, он нас зря. А сколько раз падало там на угол. Ну, он, конечно, он зрячий. О, смотрите, вот продают подушки. Эти подушки. Я в этом батьям. Подушка 10, 20 шекелей, вот так сдута вся. Ну и что? Ой, здрасте. Подушки? А давайте, а можно на обмен? Мы вам перьевые, а вы нам эти. Одну, мы одну на 4 меняем. Спасибо большое. Так жалко выбрасывать свои. Спасибо большое. Вот банок, бачите, если нема уже банок, это мене скоро таке. Ой, смотри, какие хорошие баночки. Ось маленький, глянь, на закрутку. Это скрин, а так я ж такими пока месяц. А я ж такими пользуюсь, я сейчас перекушу. А вот смотри, вот это вот, как она называется? Соковарка. Сколько она стоит? 500 рублей. Я маме подарила, но десь Владик взял пользоваться. Так а ось кастрюля, дивіться, така кастрюля малю покрита, 447 гривен. Зумазити можно. Крышки, да. Вот видите, 27 гривен такие. Скажи, что мы возле утюгов. Ух ты, какие окуляры, смотрите. Ё-моё, зачем покупать? Дивите, какие окуляры. Вот эти вот, так нема зеркала. Вот эти вот красивые, сейчас я вам покажу, сейчас вы посмотрите. Дивіться, яка я стрікоза. Ой, це красиво. Да? Угу. Стекла очень темные. А ну-ка вот. А дофіга, 311 рублей. Ой, які вони давучі. От эти нічого, да? Глаз заклеїла ти бумажкой. От эти зараз модно красиві. Как этот, как кобра. Ух ты, а ну дай-ка я перемірю. А де тут? А нема зеркала. Зеркало. Як це так, що зеркало немає? Я кобра зараз буду, ребят, зараз. А ну-ка дивися. Ой, красиво. Бачки кобра.
красиво. Да, красиво. Сейчас модно такая вот эта фигня. Ну, я же говорю, что сейчас модно. Такая. Надо ты их брала. О, вся померяй. Ну, сколько? 146. Где ты бачишь? Ну, и тут какие-то. Типа, да нет, 300, 300. А тут, вот тут я их брала, где 146. Красивая течка для ребеночка. Красиво, тебе тоже идут. Ой, тебе вообще, смотри, Маддах. Маддах. А вот я сейчас буду этим лепсом, подождите, сейчас. Сейчас. Какой он круглый. Серега, тебе дать бесплатно. Рюмка водки. Сережа, померяй. Лепсом хочешь быть? А ну круглые лепсовые надо найти. О, вот классные, ты шо вообще? Ну это детский вариант. Серега, ты смотри, смотри на Серегу. Нет, ну, зеркала, ты... Шварценеггер просто. Кобра, красавец. Кобра. Красавец. А где ты их взяла? Вот тут. Ох, ну какие классные эти тоже красные. Ой, красные красивые, да? Ну это детский вариант. Это не детский. Здрасте, маленькие. Да? Маленькие, конечно, смотри вот это. А мне нравятся красные. Да, о, а вот даже... Прекрасный большой вариант. Еще и со стразами. Не хочу стразы. Я думаю, что показываю вам очки, пока показываю себя. О, Господи. В телефоне спромодно. Да, смотрите, какие камни. Ой, смотри, какая красивая вышивка. Это вышивка или нет? Да, вышивка, ребят, это вышивка. 631, красиво. Футболки всевозможные. Тут уже продают, что ты хочешь. Хорошее такое качество вообще просто. И ты видишь, как, куда бы ни шел, а что-то затягивает в эту посуду. Вот почему? Ух ты, смотри, какое блюдо большое. Как лопата для снега, правда? Интересно. Дорогие посуды. Ой, какие рамочки красивенькие, смотрите, для оформления. Вот биол, вы меня можете... Смотрите, вот какая акция хорошая. 300 гривен, шикарная сковородка, посмотрите, 28 сантиметров. Просто бомба. Между прочим, без крышки. Мне даже новую... У меня сковородочка-то уже немножко... А вот, смотрите, 249 рублей. Но она и стоила 250 когда-то, это просто... Ну, без крышки. Вот 189, видите, с антипригарным. Вот 22 сантиметра на блинчики хорошие, очень хорошие. А без крышки, интересно, вот мне 40 с крышкой будет стоить. Я бы купила себе хорошая сковородка. 189 рублей, это не, а это 240, ну это большая. 375, выбор, конечно, бешеный, 408. 498. Смотри, какая хорошая. 189 рублей сковородка. Биола. Только нету этого. Я тебе с крышкой. Да. Ну, тоже Биола богато выпускает без крышки. И цена хорошая. Но крышки нету. Вот это хорошая для блинов и для всего. 249, 26 сантиметров. Дека классно. Да. У меня же была, но я же отдала Саше. Она там уже трошки такая подгулена. А ну, сейчас я спрошу за крышки. Там же есть крышки, нужно отдельно. Отдельно, подобрать. Да. Вот смотрите, сколько этих всяких формочек. Какие хочешь. Крафт. Ну, крафт дороговатый, конечно. Так, пошли бы. Сейчас Сережа нас уже будет. Я Сереже дала гроши, он платит. Алла, там 9-килограммовая пачка персила, 349 пар. Это дорого. Я брала 300 гривен 9-килограммовые. Ну, тут в этом. Это они сейчас пусть полежат. Это дорого. Ну, может, сейчас уже порошок, конечно, поднялся. Я брала за 300 гривен. Ну что они пишут, минус 42%, это бред. Что она стоила? 500, 600 рублей? Да. 9 килограмм. Мне, конечно, хорошо. Я купила ее, вот тянется, хотя вот этот вот, что вот это вот оригами, непоганый порошок. Неплохой. А Сережа где? А сколько вин? А я не знаю. 171. Ну, это я тоже ее возьму. 9 килограмм. Норм. У меня еще есть просто еще персил, у меня нема куда оставить. Это нормально. А то там 9 килограмм, да? Ну, написано 9. Для кольорових речей. Так, ну. Более щадящий. Конечно, если для белого, то он уж... Ой. Я тебе умоляю, одинаково. Пойдемте сюда. Где-то Серегу потеряли. Тут сколько... Где ты бачишь Серегу? Так ты чиди до него спрошу. Да, он уже забрал. Здравствуйте. А ты по-новому будешь вставать? Ну, то я ж по-новому тогда встану, да? А что ты хочешь? Рукавицы господарчі міцні. 21 гривна. Прямо. Кого? Дырочек.
Ого, 36 рублей сумка такая стоит ткани. Там у Саши их дома тьма. Сколько сила шла? Ого, сколько девчонки скупились. Так. Титуси. Забываю, как на иврите эти памперсы. Титуси. Короче, титуси или тутуси. Памяти вообще нету. А вот Лариса стоит. Ну и все. Пока мы с Ларисой рассчитывается, я вам покажу, какие красивые цветочки. Смотрите. Ой, какой маленький такой. Роза красивая. Ну, вы знаете, что это не для Аллы. Алла плохой садовод. У Аллы это все не растет. Ну, орхидейки красивые. Ну, такая, чтобы я сказала, что так прямо сразу в сердце залегла. Вот это вот мне нравится. Вот, смотрите, какая. Видите, смотрите. Красивая, да? И далматинец красивый. Вот это красивая. Маленькие такие. Да, на орхидеи можно смотреть вечно. Так. Все, в цьому магазині ми скупилися. Я тут нічого не купила, це ребята покупали тут все. Порошок. Йдемо, Фозі, зайдемо, поки Сережа поставить, да? Йдемо, Лар. Нагрузили. Ж каси тут немного, але вони швидко обслуговуються, тому...